Сегодня в столицу прибыл пограничный сторожевой корабль «Чебоксары». Судно встретили по всем канонам морского церемониала в торжественной обстановке под звуки оркестра. Сторожевик был списан со службы 3 года назад, но средства на его транспортировку из Калининградской области в Чувашию нашли только сейчас. Судно планируют переоборудовать в музей 6 залов. Один из них будет посвящен академику, кораблестроителю и генералу флота Алексею Крылову. Корабль-музей разместят на Московской набережной около Свято-Троицкого мужского монастыря. Наша задача уже на следующий год реализовать проект создания музея патриотического воспитания на базе этого корабля и сделать так, чтобы этот корабль посещали не только жители Чувашии, но и, конечно же, жители всех ближайших регионов. Прежде всего, это, конечно же, подрастающее поколение. Мне кажется, для них это будет очень знаковым событием, когда они будут соприкасаться к деталям такого корабля. Эти детали, каждый из деталей, видели много событий во время несения службы этим кораблем.